На фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Алматы резко увеличилась нагрузка на городской центр телемедицины. За 3 недели число поступивших звонков достигло 9 000. Это в 3 раза больше, чем месяцем ранее. Сейчас под онлайн-наблюдением сотрудников находятся около 8 000 пациентов. Как специалистам центра удается справляться со шквалом звонков и обслуживать огромное количество пациентов, получающих лечение на дому? Все подробности у Ануара Амангельдинова. Здравствуйте. Центр телемедицины города Алматы, оператор-консультант Мария. Для оператора-консультанта Марии последние июльские дни стали настоящим испытанием на прочность. За 12-часовую смену она обрабатывает более 100 обращений и ведет мониторинг за здоровьем порядка 300 пациентов. К сожалению, эмоционально устаю, так как постараешься помочь каждому и выкладываешься, понимаешь пациентов, в каком они находятся сейчас, в сложной ситуации находятся. Эмоционально мы выкладываемся, стараемся им помочь, всю душу действительно отдаем. Дома уже меньше уделяешь внимания родным, приходишь сразу спать, ложишься, чтобы завтра опять на смену выйти, рано утром проснуться. На данный момент в центре телемедицины работают 74 сотрудника. В смену дежурят 26 из них. Это врачи общей практики, инфекционисты, неонатологи, кардиологи и другие. Все они прошли специальную подготовку для оказания консультаций. Под наблюдением сотрудников телемедицины сейчас находится около 8 000 пациентов. Контроль ведется систематически. В случае осложнений к тяжелобольному готова выехать мобильная бригада. Мы отрабатываем все вопросы, нюансы, на что нужно обращать внимание. Также наши все записи сохраняются. Наши старшие врачи в каждой бригаде ежедневно после смены сдают ночной смены, и они прослушивают записи разговора наших сотрудников с пациентами. Жалоб не было. С начала этого месяца в центр телемедицины поступило почти 9 000 звонков. Это в 3 раза больше, чем было обработано в начале лета. Ануар Амангельдинов, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.